чем тут суть, я попробую сказать. Один конец лампы, вот на этот конец подключу. Другой конец лампы на землю и на нижний конец подключу. Можно и без земли, но без земли будет хуже свечение лампы. Вот. Как я говорил, вроде бы нужно сделать, ой, что-то появляются цветы всякие. Кто их просил? Выключил вообще. Мешает. Панель. Вот, как я говорил, нужно создать, ну не как я, в общем, не буду тему приплетать, может что-то еще и скажу. А еще скажу важную вещь, что без этого конденсатора между вот плюс идет, вот минус. Минус вот сразу провод на транзистор. И плюс вон там недалеко идет. И раньше без этого конденсатора, если его убрать, то тогда намного хуже лампа. И потребление как бы больше. В общем, он очень много дает. Тут нужно дополнительный конденсатор еще поставить. Такой неполярный. Так вот, как бы создаю вот один конец, другой конец, вон в воздухе. Нигде не подключу. Тут немножко дымит. Тут пальцы, если прикасаться. Нигде он не подключен. Другой конец высоковольтный тоже нигде не подключен. И вот так горит лампа. Она по сути будет гореть и без земли. Вот тут вот. Но землей она ярче горит. Нужно ярче настроить. Тут как бы... Вот. Как-то так. Транзистор теплый. Даже чуть не горячий. Стремление 3 ампера. Где-то 13 вольт. 14-13 вольт. Вот так. От коллектора провод идет. То есть не коллектора, сток. Вот тут плюс провод. Ну, вот так.
53 ватт на голове, но как бы КПД такой самый высокий получается примерно как и на других у меня установок. Хотя тут он вот так странным образом говорит. Вот эта трубка тонкая, такие зазоры большие, как бы вообще ничего переноваться не должно. Если еще вот этот мод колебательный контур вести, интересно, что тогда будет. Капаназе там на видео с банкой оранжевая мотка тоже идет. Только одна оранжевая мотка идет. Не должно прикасаться, это потом индуктор. Не должно прикасаться. И вот тут может быть и сет, но пока сета нет, может быть такого-то явного прикоснулось. Ну, вот так, учитывая этот потери, которые тут вот зазорами, тут как бы вообще ничего переноваться не должно. Так тут неплохой результат. Вот еще разок, 2,2 ампер, где-то 2,3 может. Как бы, может быть выше КПД, чем у меня на... На простых, на других. Еще намотал немножко. Вот так горит. Потребление 2 ампера. 2 ампера и сколько там? 16-15 вольт. Хитрые катушки на мотке стоит. Просто надо теперь выбрать на какие-то гантели или как-то там намотать активно. И пойдет усиление тока. А может и еще нужно чему. Вот попробую показать, как без земли. Вот без земли. По сути, это уже 2 ампера. Но теперь там уже как бы все то самое. Что и не земной. Вот. Все-таки не отменился. Земли подключаю ярче. Хотя и потребление не открылся. Все же ярче.
Вот как говорит. Ты, блин, 2,3 ампера. Намотал пока по-надзевски. Вот. Видно, сперва идет вверх, и потом в ту же самую сторону идет вот одна такая выпуклость, потом вот пропуск, и потом дальше все в ту самую сторону. Если вы вот так мотается, потом вот не назад, в ту самую сторону. А может, нужно обратно, не знаю, так что пока явного результата не вижу. Явного какого-то улучшения. Вот этой намотки. Если, кажется, по другому концу подцепить, то тогда нет ничего. Вот он другой, сильнее начал. Подключил к другому концу, провел весь диапазон. По частотам пробежался. Ничего не нашел, никакого сечения. Когда еще не было этой гантельной обмотки, тогда еще к другому можно было подключиться, горело, а теперь другому вообще не горит. Несколько необычно. Может, я на верном пути. Вот подключил две лампы. Проверьте. Как бы ток есть или нет. Но они слабо были. Значит, что-то не так сделал. Весь 20 вольт, если пропустить через одну катушку. Откуда взять развязанную 220 вольт? Один провод пропустил. Думаю, возможно, это как-то связано с мезиндуктивной катушкой. Может, нужно было в обратную сторону мотать. Как бы некоторая часть у нее должна быть безиндуктивно намотана. Или может быть частота еще должна при том совпасть. Частота этой вторичной катушки с частотой этой съемной катушки.
тогда получится. А может быть, индуктивно тут ни при чем, тут только просто делается безиндуктивно, чтобы частоту подобрать, чтобы настроить, чтобы они совпали. Вот теперь намотал в обратную сторону. Сперва мотается вот так вот, а потом вот так вот. Одна гантелька, пропуск, и потом другая гантелька. Это другая гантелька на лампу, конец на лампу. Вот, вот. Может, как бы ярче наряд лампы, но все равно. Прошивает дым, вот все. Может, ты ярче берешь, но может, это просто как-то ток выше получается. Но напряжение ниже, поэтому ярче горит обе. А одна-то так ярко горит. В общем, какого-то сильного усиления нет. Но может, кое-что. Немножко интересный, а это нет. Вот две лампы, 53 ватт и 40 ватт. Галогенная простая лампа. Потребление 3 ампера и 14, это 13 вольт. Может, как бы токи усиливаются. Вот она отключилась. Одна так ярко не горит, как тогда. Но если качать 220 вольт, тогда вот это усиление тока как бы нужно. Потому что напряжение будет предостаточно. Тока не хватает. Но чего-то явного, какого-то усиления мощности как не было, так и нет. Вот еще и плазма хорошая. Вот повесил антенну. Антенны хуже почему-то на свечении. И тогда, и когда был по-другому намотавший эту съемку, вот эту мотку. И теперь антенны как бы всегда хуже. Уже трудно найти.
быстрее бегать. Не-не, где-то 13-14. Тут поставил конец на другом месте. Можно везде по других местах еще поставлять, но так особой разницы нет. Немножко получить можно ярче, но что-то сильно не меняет.